Раз. Два. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 3 ремейк, и у нас Карлос гоняет здесь по всяким архивным журналам медсестры 27 сентября и читает журналы. Принято более 20 пациентов с таинственной болезнью. У пациентов в изоляторе, господи, как актуально все это, наблюдается сильный некроз конечностей, лихорадка, бред и признаки гиперфагии. Я не врач, я иногда могу неправильное ударение ставить. Инфекция? Перепробовали все антисептики. Результаты анализов крови из исследовательского центра пока не поступили. Спасибо еще раз. Один из пациентов укусил доктора Янга во время осмотра. Рану мы обеззаразили, но лихорадка его не оставляет. Ничего не помогает. А пока в амбулаторном отделении началась настоящая анархия. Пациенты с каждым мгновением все больше бредят и становятся все агрессивнее. Мы вызвали на работу всех, кого возможно. У нас не осталось свободных рук. Этот хаос нужно сдержать. Блин, прикольно было бы сделать Resident Evil, где вот все только начинается. И уже не, знаете, по факту, вот, мол, зомби повсюду, везде, город разрушен. А вот просто, допустим, мы играем за врача, и в его больницу поступают пациенты. Ну-кась, опа, карта больницы. Комната персонала. Нам, кстати, у нас-то и нету... Нам уже в процедурный кабинет, но он закрыт. И... Давайте сходим сначала сюда. Вот сюда. Да, правильно. Комната персонала. Музыка начинает нагнетаться. Почему? Дяди лежат опасные. Где вот в него. Дохлый. Ладно. Журнал медсестры 29 сентября. Мы устали, клянусь богом, устали, но делать больше нечего. Этот хаос просто никак не остановить, поступают все новые жертвы, люди умирают, а болезнь распространяется быстрее, чем мы справляемся. Так что мы даже уже не стараемся. Те, кто еще не заражен, забаррикадировались здесь. Мы слышим, как они снаружи молят о помощи, эти крики. Но никто из нас туда не пойдет, потому что тогда нам всем конец. Поверить не могу, что мы бросили своих пациентов. Для медсестры хуже просто быть не может. Меня трясет от ужаса, но я хочу жить. Стрёмно. Неприятно звучит. 21.00. Мы слышали, как пролетел вертолет, и тут же перестали рыдать и сжаться друг к другу, потому что решили, что пришла помощь. Но звук начал отдаляться, и теперь мы остались наедине с криками мертвецов и тихими воплями в сердцах. Мы скоро просто сойдем с ума. Доктор Янг, Ариана, Миранда, Дакота. Простите, я вас подвела. Что-то приближается. Вот это совсем неприятно. Это нехорошо. Короче, я так понимаю, что мы будем за Джилл здесь повсюду еще бегать. Поэтому здесь эти есть ящички с желтым замком. Так, хорошо, патроны. Напоминание от руководства. Опа, ID-карты нельзя выносить с территории больницы. Ни при каких обстоятельствах. В целях соблюдения мер безопасности всем работникам необходимо убирать свои ID-карты в личные шкафчики перед уходом с работы домой. Благодарим вас. Руководство 20 сентября. Пропавший ключ от комнаты со шкафчиком. Ключ от комнаты со шкафчиками куда-то пропал. Человек, который последний раз им пользовался, кажется, потерял его где-то во дворе. А, это вот как раз-таки там был указатель в прошлой серии. Во дворе, куда мы еще не попали с вами. Пока его не найдут, запасной ключ будет храниться в офисе администрации. Чтобы получить его, в конце смены дайте знать руководству. 24 сентября. Да, это, короче, все закрыто. Что ж. Тогда выходим отсюда и пойдем как раз-таки в ту комнату дальнюю. Давайте возьмем лучше вот винтовочку. Мне что-то кажется, что скоро к нам придут. Скоро к нам придут какие-то особые твари. Вот, я хочу... Вот сюда зайти, в прачечную. Это будет, наверное, лизун. Скорее всего. Странно говорить как-то лизун, потому что у меня лизун ассоциируется с привидением из охотников за привидениями. Вот оно как. Прикольно, а как мы обратно-то поднимемся? Стоп. Ключ. Прекрасно. Теперь нам нужно будет вернуться.
Воу, ну-ка, я хочу туда, я хочу туда. А вы, а уже не можем, да? Ладно. Ладно. Стоп, мы здесь были? Здесь есть патроны. Нет, мы здесь не были еще ни разу. Окей. Ага, вот оно как. Теперь нам нужно снова на лестницу и подняться наверх. Неприятно. А сюда не нужно? Нет, не надо. Просто не нужно забить. Ты, чувак, дохлый. Ладно, давайте пока патрончики будем. Нет, пистолет у нас и так на мели. Лучше оставить. Можем, в принципе, вернуться в комнату персонала, а потом сходить в прачечную. Да, давайте так и сделаем. И это вот сюда. Кстати, как у нас? Внимание. Это нехорошо. Я не люблю внимание. У меня оно проблемное. И, кстати, правда, мне трудно концентрировать внимание в последнее время. Кто-нибудь замечал за собой такое? Знаете, когда ты, допустим, читаешь книгу, и вот ты читаешь, читаешь, раз страницу прочитал, а потом ты еще страниц 5 прочитал, понимаешь, что ты совсем их не читал. То есть ты как бы читал их глазами, но мозг твой не думал о чем-то другом. И приходится заново перелистывать и начинать заново читать. У кого такое бывает? У меня такое бывает. Единственный, наверное, человек, у которого такое бывает. Я с ума схожу. Окей. Все, шкафчики. Блин! Черт! Хорошо. Хорошо это сделали. А как они знали, что я именно этот шкаф открою с первого раза? Или так совпало? Это мне так повезло. ID-карта. Прекрасно. Боже мой. Боже ж мой. О, шляпа. Это что, какая-то пасхалка? Трость, шляпа. Это явно какой-то особый персонаж. Окей, халат. Все. Неприятно вот эти вот помазанные куски стен. Помазанные кровью. И здесь что-то толкали, что-то двигали. Это, скорее всего, лизун, да? Да, это лизун просто. Царапал тут все. Так, теперь хоп-хоп-хоп. Да. Нет. Погодите. Что это? Воу. О! Нет, 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 нет. Это такую тварь мы еще не видели. А такая, простите, я хочу войти сюда. Подохни, просто подохни хоть как-нибудь. Стоп! Значит, тройка, да? Стоп, стоп, стоп. Использовать. Я кинул! Блин! Не работает! Работает! Черт, 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 черт! Подохни, мразь! Господи, да! Перезаряжайся, чувак! Нафиг, 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 нафиг! Она ведь не одна, да? И здесь много. Сюда. Да, я здесь. Черт, заперто! Как мы можем? Мы можем... Дальше по коридору. Нет. Вниз не хочу. О май гад. Опять эта шляпа! Опять эта шляпа! Тут какой-то шляпник бегает. Давайте смотрим, где мы еще не были с вами. Вот, карта! Да, детка. О, мне не нравится. Сколько есть? Двое! Смотрите, что они там делают? Он месит тела. А,
Давайте, знаете, что сделаем? Попробуем. Нет, сначала мы кинем световую гранату, ослепим их. А, черт. Больше ведь нету, да? Больше нету. Вот так, чтобы наверняка. Угу. Блин, тут Джилл нужно будет побегать. О, ты здесь тоже? Вот так прям в ухо тебе свинца. Стоп, он ведь встанет, да, еще? Да, планировал, да? Гад такой ползучий. Есть, травка. Как-то у меня с местом еще вполне себе достаточно. Смотрите, вот здесь будет совсем плохо. Нам нужно открыть дверь. Окей, давайте. Открывай! Почему не открыл? Вот. Оп! Стоп! Схватили, получили. На троечку, погодите. Быстрый доступ на тройку, да, вот. Опа, ребятки, вам тут гостинцы. Нет? О, блин, нет. Один удар. У меня было полное здоровье. Один удар всего. Ладненько. Это реалистично. Опять придется вас убить, мадам, простите. Не встаем, не встаем, не встаем. Все. Угу. Мне, в принципе, понравилась тактика, которую мы применили. Давайте попробуем сделать это еще раз и воспользуемся сразу двумя гранатами тогда. Окей. Оп! Теперь. Вот сюда. Давай! Раз! Два! А! Прямо мне в ноги, а мне и нормально. Слушай, опа! Слил! Гранату просто так. Надо было подождать. Ну просто в тот раз не сработало, в тот раз им было плевать. Теперь я безгранатный вообще остался. Обидно. Ладно, как будет в следующий раз, я не знаю. Погодите, погоди. На всякий случай. Контрольная очередь. Обычно все делают контрольный выстрел, я контрольную очередь. Аудиокассета. Давайте сразу объединим. Угу. Собственно. Так, эти шкафчики нельзя. Нам нужно на первый этаж, по-моему, да? Постмедсестры, прачечная. Да. Вот куда-то. Куда-то сюда, по-моему, в вестибюль. Или нет? Или в приемную. Черт, я не помню. Короче, просто бежим, там разберемся. Где? Откуда еще нападут? Откуда, блин, еще нападут? Я не могу. Слишком... У меня нету пароля. Куда иду? В палату. Нафиг надо. Не хочу. Не пойду. Надо вот здесь спрыгнуть просто. Ой, 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 вниз! Она, тварь, идет! Да! Зашибись. Теперь, что это даст нам? Короче, она стала лучше по всем параметрам. Мне этого достаточно. Я простой человек. Если я вижу, что... Опа!
Если я вижу, что предмет совмещается с предметом, значит, он делает его лучше, по-любому. А было бы прикольно, если бы мы такие раз взяли, а это говно какое-то. И он бы стал хуже. Игра бы такая, ну, ты сам виноват. Окей. Куда? Наверное, сюда. Воу! Ох! Я же второй раз удивляюсь этому месту. А! Блин, да что ж так страшно-то? Что-то эта часть прям очень хоррорская. Давай. Как сюда? Карта, да? Использовать. Бегом, 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 бегом. А это что за место? Опа, травка. Замечательно. Патроны для пестоля. Прекрасно. Что-то меня запасают патронами так. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Сейчас они будут вламываться сюда. Сколько их там? Трое. Чет. Пятеро. Давайте всех сюда приманим. Всех сюда. Все сюда. Опа. Гранаты лежат. Да как же так? Как же так, товарищи? Быстренько в сторону. Придется их убить. Все, хорош. А, еще ты встал, да? Да, я, прости, я почитаю сейчас быстренько. Пропавшие предметы. Всем работникам. Нас завалили сообщениями о пропаже личных вещей. Если вы найдете бесхозную вещь, не забирайте ее домой. Отнесите ее на пост медсестры в сейф. Комбинация... 9 по часовой стрелке, 3 против часовой. 9 по часовой, 3 против часовой. Окей. Всего-то... Воу! Ты упадешь-то, может быть, нет? Все. Все, короче, просто забираем. 9 по часовой, 3 против часовой, да? В целом у меня документ-то остался. Что, стоит ли нам идти? Стоит, конечно же. Мы отсюда, да? Да, отсюда пришли. Где? Сюда. До сих пор сейфку не сделали еще. Вот, мы здесь. В пост медсестры. Сюда? Блинушки. Прямо так, что ли, надо идти? Как-то отстойно. Ну да, только так и надо идти. А там сейчас этот гомункул будет бегать. Воу, 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 воу. Стрейф. Хороший стрейф он. Тихо! Нет! А! Уа! Быстрее, 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 быстрее! Спаси себя, Евгений! Ладно, кажется, я понял. Нам не обойтись без наших гранат. Сейчас мы за всю добрую толпу впустим. Нет, нет. Придется некоторых порешетить чуть-чуть. Опа! Как-то так. А теперь валим. О, блин. Да, тоже не сработало. Ну ничего, ну ничего, ну ничего. Быстрее, быстрее обратно. Обратно. Я хочу тот сейф открыть, черт подери. Нормально, у меня все хорошо. Вот сюда. Итак, я готов сразиться с этой тварью. Ты настраиваюсь так. Настраиваюсь на битву. Вот она. Давай. Четвертый. Хоп. Подохла? Ха-ха-ха. Молодец я. Так, нам прямо вот сюда. 9 по часовой. Раз. И 3 по часовой. Против часовой. Что это?
Сколько апгрейдов у нас нынче на эту винтовку. А, мне нравится. А, мне здорово. Теперь у нас увеличенный магазин. Ладненько. Я бы быстренько. Это что делаешь? Вот что надо делать. Теперь вернулся туда. Надо понять, в какую сторону. Я забыл, где находится... Где выход отсюда? Я забыл, где находится это место, где нужно голос применить. У нас есть еще одна граната световая и одна такая. По-любому нам нужно выйти вот... Вот! Вот это сюда нужно, в приемную. Значит, прямо и направо. Опа! Смотри, что происходит. Как интересно. Давайте-ка ножик на быстрый доступ сюда. Давай, скорей. Хватай. Нет. Падай. Еще. Ты здесь что? Ходишь вообще здесь? Иди лечись. У меня места уже нет. А, постоп, можно выбросить. Правильно иду? Правильно ли и правильно? Есть. В первую очередь я хочу узнать, что эти документы делали у вас в кабинете. Ты с кем там разговариваешь? Я, черт возьми, Натаниэль Барт. Я лучший биолог из тех, что тебе доводилось видеть, бесполезная дрянь, способная только утки менять. Естественно, у меня есть связи наверху. Естественно, военный консультируется со мной по вопросам, которых тебе даже не понять. Так что хватит тратить мое время на свои надоедливые вопросы. Я прошу прощения, доктор. Ты ведь не читал документы, правда? Нет, они уничтожены, как вы и просили. Хорошо. Если это все, можешь идти дальше вытирать пациентам задницы. Тебе ведь за это платят, верно? И почисти мне ботинки. Да, сэр. Ты же знаешь, как надо чистить, да? Все, проваливай. И никому ни слова. Такая мразь, а? Такая мразь, как можем быть такой мразью? Ого. Ну, засранец. Итак, Барт где-то тута. Что-то... О, растеница... Это Барт! Застрелился, что ли? Тайрелл, Барт мертв. Его застрелили. Черт, а вакцина? Ищу. Или ищи лучше. Там ведь должен быть компьютер, да? Что это было? Вы давайте тут без шуток. Хорошо, мерзавец сдох. Конечно же, это он не он сам себя застрелил. Вряд ли бы он это стал сделать. Говорит Евгений. Боже мой. 6 лет занимаюсь летсплеями и с каждым годом все хуже и хуже. Не могу. Письмо от Натаниэля Барда. Кому? Грег Тестер. Немедленно ответь. Грег, я знаю, ты смотришь новости. Этот вирус уничтожит всю страну. Мертвые погребут под собой капиталистский холм. Подобно цунами. Ты в опасности. Но мы всегда были добрыми друзьями, поэтому у меня к тебе есть предложение. У меня в распоряжении есть одна доза вакцины от вируса. Это священный Грааль. И я храню ее не для своей семьи. Не для своих дамочек на стороне. Нет, Грег. Он просто себя закапывает. Такой плохой персонаж, представляете? Еще и неверный. Нет, Грег, я храню ее для тебя. Я, как никто, уверен, что будущее США за тобой. Но, Грег, если она тебе нужна, ты должен немедленно вытащить меня отсюда. Так, чтобы об этом не узнали в Umbrella. Замолви за меня слово в Пентагоне. Насколько я знаю, ты это можешь. Пусть кто-нибудь пошлет сюда спасательную команду без участия UBCS. Ты мне, я тебе. Для наших сторон это должно звучать вполне разумно. Поторопись, времени у меня немного. Нейт. Блин, там еще документы. Говорит начальник VRC Натаниэль Барт. 29 сентября. 23 часа. На самом деле я знаю, что мое время на исходе. И надеюсь, что успею записать это, чтобы показать миру правду. И хотя бы слегка восстановить свое доброе имя.
Страдания Ракон-Сити начались с утечки биологического оружия под названием Ти-Вирус. Я работаю на Umbrella Corporation, компанию, создавшую этот вирус. Они приказали моему отделу разработать вакцины, чтобы... Что мы и сделали. Я держу образцы этой вакцины у себя в офисе. Остальной запас хранится под землей. Но эти сволочи в правлении хотят уничтожить ее. Они хотят скрыть от мира то, что мы тут натворили, и уничтожают все свидетельства существования вируса. Но я не дурак. Я знаю, что они не дадут мне. Umbrella Corporation. Еще было время монтировать, а? Монтировать, заставочку вставить. Мог бы тогда и концовку дозаписать. Боже, Джилла все это время знала. И все равно мне доверяла. Твою мать! Это мы так открыли дверь, нифига. Сейвку, пожалуйста. Почему ты не держишь печатные машинки? Приглашение на банкет. Дорогой доктор Барт, с радостью в сердце позвольте пригласить вас на банкет, который состоится 10 сентября в отеле «Централ», где мы обсудим будущее Ракон-Сити и новой особой медицинской зоны ОМЗ. В числе приглашенных мэр Майкл Уоррен, глава полиции Брайан Айронс и другие уважаемые члены нашего общества. Четверг, 10 сентября 1998 года, 18 часов, ресторан «Ориент». Отель «Централ», второй этаж. Будем почтены вашим участием. С уважением, Грег Тестер, сенатор США. Приписка от руки. Нейт, в середине августа я представляю проект, посвященный твоему новому лекарству. Приноси деньги. Как обычно, мы забронировали номер для вечеринки после банкета. Ты ведь брюнет, да? Я дам Айронсу знать. Ты ведь брюнет, да? Что это значит? Я что-то не понял, в чем прикол. Окей. Это то самое место? Вот она. Образец вакцины. Погодите. Выбросить. Все улики выбрасываем. Ладно, ладно, Джилл, крепись. Сейчас мы, да, мы должны к ней вернуться. А это куда? А это... Вот во временную палату надо добраться. Короче, вышли прямо-прямо. Ага. Ти, она у меня. Хорошо, направляюсь к тебе. Будь осторожнее. Осторожнее? Ты этот город видел? Если я доберусь к тебе целым невредимым, это будет чудо. Найн! Правильно. Беги, чувак. Направо. Боже мой! Нет! Просто дал мне, нет. Бросай! А! Значит, где эта штука? Боже мой, у меня же должно было быть на хот-баре. Давай, скорей, давай, есть! Подохло. Как там у меня? Нормуль. Куда я иду? Не туда. Погодите, а я могу что-то взять здесь? Не могу. Не могу. Да господи, куча клавиш лишних нажимаю. Скорее, 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 скорее. Упасть! Упасть! Хорошо. Хорошо это было. Чё можем? Ничего не можем. Бежим. Направо. Надо сменить Джилл. Я тоже хочу поваляться без дела. Куда? Вот прямо сюда. Джилл, все будет в порядке. Давай сольем на тебя всю эту медицину быстренько, экспериментальную. Куда? Откуда мы знаем куда? Ну же, лишь бы эта гадость сработала.
Опа! Боже, Тайрел. Что, черт возьми, случилось? Укусили. Внимание всех горожан. Сдержать эпидемию, распространяющуюся в городе, невозможно. 1 октября Ракун-Сити решено полностью уничтожить ракетным ударом. Всем жителям, сохранившим способность к рациональному мышлению, рекомендуется немедленно эвакуироваться. Это не учебная тревога. Внимание всех горожан. Один день остался. В городе же еще есть люди. Думаешь, дяде Сэму не плевать? Твою мать. А, вот и они. Сиди тихо, я справлюсь. Защитите Джилл. Экипируйся получше, судя по звукам. Защитите Джилл. И Тайрел такой, ну да, пошел я нахрен. Опа, сейвка! Достать, объединить. Смотрите, как много смеси у меня здесь. Я думал, мне этого за глаза хватит. И что ж. Та-да-та-да-та-та-та-та-та-да. Прости, я тебя не буду защищать. Что-нибудь еще? Ты как там? Джилл, пожалуйста, не умирай. Тайрел, ты можешь умирать, но главное, не превращайся. Попробуй опусти ставни. Чем меньше мест для входа, тем лучше. И как мы это сделаем? Попробуй взломать систему безопасности больницы, а ты не допускай их ко мне. Твою мать. Хорошо, раз, два. My God. Так, а теперь повеселимся. Черт, тут много окон, оказывается. Спать. Непробиваемые окна. Значит, он точно не сможет через них прорваться. Нет, смог. Ребят, как-то мне не знаю. Опа, детонатор. Зачем? Зачем детонатор-то здесь нужен? Сюда. Хорошо, упал. Куда делся? Что за нафиг? Так, что не задумали? Окей. А! Отходим. Карлос, они пытаются. И ты тоже пытайся, я не дочитал. Что там? О, боже ж мой. Нормально. Они просто взрываются. А ты откуда взялся? У них вестибулярка очень хорошо работает, я вам так скажу. Эй, погоди! Ты вообще куда собирался тут вломиться, а? Там Джилл, я, между прочим, люблю ее. Опа, вот это мне не нравится. Как же так? Найди выключатель. Где-то он же должен быть. Да, логично. Вау! Нет! Так. Черт меня дери! Скорей! Давай, Карлос! Хорошо. Тра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра повсюду. О! Ах! Он меня прокинул! Да невозможно просто! Невозможно! Погодите, что-то я долго их уже мочу и не понимаю, что надо им. Когда уже будет? О, нет. Где-то должен быть выключатель. Ой. Опа, смотрите, что. Набедренная повязка. Здорово. Бери. Ох, нифига себе. Стоп.
Нам нужно сделать несколько манипуляций, прежде чем мы будем сражаться дальше. Это использовать. На четверочку, значит, поставим четверочку. Так, положили. Отошли. О! Я еще его как-то даже... Что? Хорошо. Нормально. Ваш предводитель погиб. Опа! Выключатель, конечно же. Есть. Справа никого нет. Справа никого нет. Хорошо. Никто не лезет больше? Надеюсь, нет. Я уверен, сейчас еще один раз эта штука придет. А у нас... А у нас, в принципе, есть гранаты. Это хорошо. Видите, как чуть поодаль у зомби упрощенная анимация? Несколько фреймов не хватает. Эй, куда лезешь? Не лезть! Почти получилось! Это прям как-то очень заметно, если честно. Выбивается, видите? С ли конца выбивается из общей картины. Не сметь лезть! Карлос, они пытаются ворваться в комнату! О, нет! Нет! Да погоди, что ж такое? Что ж такое? Женщина! Что вы делаете? Двадцать три патрончика осталось! Упс! Вот, теперь нормально. Нет, 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 только... Оп! И теперь вот, вот тебе... Аккуратненько так, хоп. Ай, как мне нравится вас подрывать, мистер. Нет. Все, ты дохлая, ты дохлая тварь. Зачем мне детонатор нужен, я не понимаю. Нахрена? Нет. Но здесь будет кат-сцена, да? Не дадут мне ничего поделать. А вот было бы прикольно взять и... Нет, нет, кат-сцена вполне устраивает. Карлос, может, у тебя получится обрушить колонну взрывом? Может быть, может быть. Так, использовать. Продержитесь до взрыва. Нет. Непосильная задача. Патрончики, патрончики. Нет, нет, не ускоряйся на меня. Ой, такой неприятный крик был сейчас. 12 секунд. В принципе, это не проблема. Я спрячусь здесь. Нет! Ушли оттуда! Надо еще было сразу за Харакоса. Надо же, как рассчитано. А вот, вот если бы она в другую сторону упала. Карлос, ты в порядке? Ни капельки. Ну, хоть все закончилось. Я возвращаюсь. Ладно, неплохо, неплохой эпизод. Вакцина, крутая штука. Хорошо. Куда-то собрался? Да, черт возьми. И что ж ты задумал? Весь город скоро поджарят, как в микроволновке. Ну же, чувак, свяжись с правительством. Скажи, что мы нашли лекарство. Протяни время. Безбашенная сволочь. Такое доброе лицо у него. Очень доброе лицо. Джилл! Тайрелл, где ты? Джилл, слава богу, ты в порядке. У меня хорошая новость. Все кончено. Город спасен. Джилл.
Не может быть такой трансформации сходу! Стреляй, Джилл! Давай! Иначе никак! Ага. Фу, все, я понял. Это просто сон. Почему ей снится... Где я? Что происходит? В начале игры ей снилось, что она стала зомби. Теперь что Карлос? Нам придется выбрать. Внимание всех горожан. Ракетный удар по Ракон-Сити будет произведен через несколько часов. Заряд боеголовки уничтожит все, весь биологический материал. Оставшиеся в городе не выживут. Эвакуируйтесь. 1 октября? Нет, не может быть. Весь биологический материал. Я, между прочим, человек. Все же, где Тайрелл? Итак, покиньте палату. Покиньте палату в следующем эпизоде. Обязательно мы покинем палату с вами, друзья. Я сделаю все возможное, все, что в моих силах, чтобы мы покинули палату вместе с вами. И если вы тоже хотите в этом поучаствовать, то ставьте лайк, пишите комменты, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК, в Стиме, в Инстаграм, повсюду. У меня все ссылки будут в описании под видео для вашего удобства, друзья. Покиньте видео прямо сейчас и загляните в описание. Нажмите на все ссылки. И подписавшись на все эти ресурсы, не покидайте их более никогда. Спасибо всем большое, друзья. С вами был Юджин. Кстати, скоро будет видос еще один разговорный, где поболтаем еще о всяких интересных вещах. С вами был Юджин еще раз и всем пять!